при выезде на Смольную улицу из двора отсутствуют какие-либо знаки, указывающие на то, что здесь выделенная полоса для маршрутных транспортных средств. Соответственно, потом неожиданно виден знак «Кирпич, движение запрещено». Здесь полоса 1.1, небольшой разрыв, пешеходный переход около дома номер 32 по Смольной улице. Дальше разметка. Остановка маршрутных транспортных средств. Остановиться здесь нельзя. Соответственно, единственная возможность уйти с этой полосы — это развернуться. С использованием прилегающей территории. И поехать в обратную сторону. Вот дом 32 по Смольной улице. А здесь прилегающая территория, где можно произвести разворот.